Сегодня 60 лет Майку, я оделся на юбилей. Потому что другой вариант. Другой вариант можно было выйти в тренингах и в майке. И в сланцах. Как меня тут один таксист подвозил. А это волшебная гитара. Нету. Только что играл. Нету. Пошевели, может, кабель. Есть, есть, есть. Пару слов о том, как я познакомился с Майком. Это был 82-й год, и меня пригласил в гости журналист Артемий Троицкий. Вы, наверное, знаете такого. Вот. И я подъехал, наверное, часов в 12 дня, наверное, к нему в гости. И у него Майк уже ночевал. Майк приехал на квартирнике в Москву. И вот так я с ним познакомился. И когда он в последующие несколько лет приезжал в Москву на такие же квартирники, мы с ним встречались, и мне удалось побывать на нескольких квартирниках. Кто не знает, что такое квартирники, это подпольный концерт, когда зрители встречаются в центре зала, ну, по крайней мере, так было в Москве, на какой-нибудь станции, типа водный стадион. И организатор концерта ведет всех куда-нибудь на квартиру. И по ходу концерта пускается шапка, но почему-то было зимой, и кто сколько может, кидает туда денег. Для артиста и так далее, для портвейна. Вот, из-за того, что я с Майком познакомился в 80-е годы, а сегодня у нас уже 2015 год, но некоторые вещи не меняются. И вот я исполню вам песню из того периода, когда, чтобы что-то сыграть на сцене, нужно было пройти комиссию. Я не знаю, помнит кто или не помнит. По-моему, в такие времена опять скоро вернутся, что без комиссии и так далее нельзя будет на сцену выходить, так что пользуйтесь свободой, пока она есть. Соседству.
Россия. Я такой серый, я не знал, я думал, что эта песня более поздняя, оказывается, это песня 80-х годов, я просто ее не слышал по тупости. Так, Василий Шумов, прошу любить и жаловать, я честно ему обещал, что я его не буду мучить, он в дороге, поэтому давайте мы его отпустим, но будем его всегда любить и жаловать. Спасибо. Спасибо.